Сегодня я хочу рассказать про свою маму. Ее зовут Лена. Она добрая, заботливая и ласковая. Мама поддерживает меня в трудную минуту. Она мастер на все руки. Любит готовить, работать на огороде, помогает мне делать уроки. А еще мамочка любит заниматься редким видом рукоделия – кружево-плетение. Это стихотворение я хочу посвятить ей. Что я вижу, что за диво, очень мило и красиво. Мама кружево плетет, деревянные коклюшки бегают в ее руках. Тоненькие пальчики танцуют с ними в такт. Смотрю я на нее и млею. Она, как сказочная фея, несет свой дар через века. Плетет мама кружева. Ох уж эти кружева. Я так люблю наблюдать за мамой, когда она плетет, слушать мелодичный перезвон коклюшек. Мне очень хочется научиться плести самой. Я хочу пожелать мамочке здоровья, счастья, любви, успехов в работе, красоты, благополучия, долгой-долгой жизни. Мамочка, я тебя люблю!